Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире еженедельный выпуск программы «Автомай новости». На этой неделе произошли изменения по маркетингу реферальной программы. Выплаты существенно увеличены на все первые линии по всем торговым площадкам. А именно, первая линия «Автомайн Профит Инвест» увеличена до 5%. В «Автомайн Бизнес» она увеличена до 10%. И в «Автомайн Инвест Фонд» на всех инвестиционных пакетах увеличена до 11%. А пакет «Оптимум» до 12%. Следует отметить, что на торговой площадке «Автомайн Инвест Фонд» теперь одинаковая реферальная программа на всех инвестиционных пакетах. Так, например, раньше в линейке «Магнат» первая линия была 4%, а теперь первая линия увеличена, соответственно, также до 11%. Международный обменник валют «Автомайн Best Change» на этой неделе заключил ряд контрактов с контрагентами из разных стран. Компании-участники диалога выразили огромную благодарность за предоставленные контракты, сервис и либеральные тарифы. Также на этой неделе в обменнике появилась новая валютная пара – «Автомайн Доллар» – продажа внутренней валюты компании. Теперь любой партнер имеет возможность покупать «Автомайн Доллар» сразу на личный счет в своем кабинете. Причем покупать «Автомайн Доллар» стало возможно за рубли, не прибегая к конвертации валюты. На этой неделе на торговой площадке «Автомайн Инвест Фонд» появился новый функционал – мотивационная премия за пассив. Теперь каждый партнер имеет возможность получать эту премию. Приобретая два одинаковых депозита, каждый партнер получает от компании премиальный бесплатный третий депозит. Подробнее с условиями премиальных пакетов можно ознакомиться на официальном ресурсе компании «Автомайн Инвест Фонд». Новости криптовалюты Майнкоин. На этой неделе подошли к концу все работы по сервисам монеты. Для удобства партнеров продажа монеты реализована с внутреннего баланса личного кабинета. Также монета будет торговаться на официальном ресурсе Майнкоин за любую предоставленную валюту. Но приоритетный курс на продажу монеты остается у партнеров холдинга. Монета имеет свой независимый мультивалютный кошелек. Но особенностью в том, что для MNC подходит любой криптовалютный кошелек. Монета не имеет эмиссии, ее количество неизменно, что позволит в свою очередь уверенно набирать курсовую стоимость и востребованность. В самое ближайшее время готовится ряд финансовых компаний и инструментов, где транспортом будет являться Майнкоин. Курс монеты на предстарте минимален для всех партнеров холдинга. На сегодня это все новости. Всем партнерам большого профита. Всего вам доброго. До свидания.